Здравствуйте. Здравствуйте. У меня машина греется и кипит антифриз. Посмотришь. Заезжайте, сейчас он тоже диагностику сделает. Нет, слушайте, не надо диагностику, вы его просто слейте и все. В смысле слить? Ну, чтобы залить. Ну. Не надо ничего заливать. Поймите, если нет антифриза, то нечему будет кипеть. Эй, мужики! Кто тут главный? Я главный. Главное, слышишь, это, мне нужно, чтобы не сосать, а это, руками пожмакать, и нужно, чтобы само потекло. Слушай, я, извините, конечно, но я женат, я как бы не... Да мне вообще похрен, что ты женат, у меня жига внизу сломалась, чувак. А, так вам бензонасос? Ну да, да, вот эту хрень мне надо, давай, давай, быстрее, поторопись. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Да, ваша жена приехала в автосервис машину чинить. Да, я знаю. Вы все делаете, а ремонт машины я плачу. Да, вы оплатите. А ремонт автосервиса кто нам оплатит? Скажите, пожалуйста, а? Игорь Васильевич, вызывали? Да, Антоша, вызывал. Вчера приезжала клиентка. Ты должен был на ее машине настроить аппаратуру. А ты всю ночь занимался с ней любовью в клиентской. Как ты мне это объяснишь? Игорь Васильевич, ну она тоже была очень расстроена. Саня, я нашел тебе ключ. Здравствуйте, помогите мне, пожалуйста. У меня машина сломалась. Так, а что сломалось? Я же говорю, машина. А поконкретней? BMW. Пойдемте посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, у меня карточка банковская. У вас есть терминатор? Терминатор? Да. Да, у нас есть терминатор. Смотрите, у нас еще даже есть, смотрите, масло Genesis. Видите? Сейчас я позову терминатора. Вы туда ему карточку вставите, а он вам скажет I'll be back. А что такое I'll be back? Господи, ну где вас таких берут, а? Вы что, издеваетесь над нами, а? Антошенька, слушай, скажи мне, пожалуйста, ты уже неделю ковыряешь этот джип. Ты долго будешь хернёй страдать? Васильич. Что, Васильич? Не кипятись, остынь. В смысле остынь? В прямом. Ты что, мне гад смерти желаешь, а? Доброе утро, Игорь Васильевич. Доброе утро, Лешенька, доброе утро. Отпустите, пожалуйста, домой. А чё это? Голова болит. Слушай, а давай я тебе дам, у меня есть одна очень хорошая таблетка. Да, какая? Подзадопендолин называется, Лешенька, иди работать! Девушка, ваша машина готова, можете эксплуатировать. Значит, у вас 150 тысяч рублей, касса там, можете расплатиться, кстати, карточкой. 150 тысяч? Да. А давайте я вам одну историю расскажу, а вы мне скидку сделаете. С чего это вдруг? Что это за... Не надо нам никаких историй рассказывать, идите, пожалуйста. У меня тут вот этих историй здесь, знаете, сколько? Нет, у нас просто на работе в налоговой реально интересный случай произошел. В налоговой. А. Такая история. Да. Очень интересная история. Пойдемте, я вам посчитаю, что мы можем сделать для вас. Вячеслав, а скажите мне, пожалуйста, вы вот из принципа игнорируете здравый смысл, а? Или у вас к нему вообще личная неприязнь? К здравому? Все, молчите, работайте, давайте, да. Илья. Вот объясни мне, пожалуйста, вот что за парадокс, Илья, а? Вот сначала ты долго и упорно ищешь работу, да? А потом не хочешь на нее ходить, а? Илья, вот почему так? Не знаю, Игорь. Понятно. Между прочим, Вячеслав, к нашему с вами разговору. Да. Специалисты говорят, что жизнь стала лучше, Вячеслав. А люди говорят, что жизнь стала хуже. Да, Вячеслав, но люди-то не специалисты. И то правда.